Внимание! В одном из помещений произошло задымление. Просьба без паники покинуть помещение, пользуясь схемами эвакуации и табличками «Выход». В целях повышения уровня боевой готовности к ликвидации возможного пожара 20 апреля 2015 года сотрудниками ГУ, Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ, Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области было проведено пожарно-тактическое учение по ликвидации пожара в здании Назарбаев интеллектуальной школы города Актюбе. По сценарию в 14:00 в пожарную службу поступил сигнал о загорании в актовом зале Назарбаев интеллектуальной школы. Сильное задымление, имеются пострадавшие. Основной задачей проводимого учения было определение решающего направления, отработка действий пожарных и сотрудников школы при тушении пожара, спасании и эвакуации школьников. Детей и сотрудников школы вывели на безопасное расстояние, на школьный стадион. Основным этапом ведения боевых действий является обнаружение, спасение и эвакуация школьников, оставшихся в здании. Сегодня в Назарбаев интеллектуальной школы физико-математического направления города Актюбе были проведены пожарно-тактические учения, были задействованы 8 пожарных расчетов, служба спасения, были отработаны такие моменты, как оказание помощи пострадавшим лицам. Эвакуация прошла организованно, без паники, в момент эвакуации никаких травм не было. Задачей такого мероприятия было то, что оценить пожарную готовность к эвакуации детей и работников нашей школы. Оценка дана была отлично. Біздің басында жаңа дабыл болған кезде біз шынымен пожар деп болды деп ойладық, барлығымыз жүгіріп шыққан едік. Бірақ енді ғана біліп отырмын, бұл тек қана дайындық екенін. Мен ойлаймын, егер шын пожар болса, барлығымыз міндетті түрде ешқандай зиян, өзімізге зиян келтірмей, оны шығамыз деп ойлаймын.